у костерка. Да, у костерка. Вот. Это где угодно. У него был костер. Папа, я делал не то. Это же мой костюм. Первым делом мы сделаем напиток, приготовим, пока у нас большой огонь. Надо нарвать. Угу. Молоденьких листьев. Девчонки, малины. Кстати, нарвали уже. Девчонки, да. Нарвали. Я показываю, какие. Ага. Вот верхние. Небольшие. Верхние небольшие. Может, чуть побольше. Так, ну, сперва с малиной надо поговорить, попросить ее, чтобы она там свою силу нам дала, простила, что мы нас сорвали. Потом здесь у Влада оказалось, что вообще еще и спелые, вообще без ГМО всяких абрикосы. Да? Я думаю, если мы их добавим в малиновый такой компот, всем понравится, детям и взрослым. Туда мы еще добавим немного имбиря, и получится как будто такой легкий алкогольный напиток. Мы сейчас еще жару поддадим, потому что у нас дровишки прогорели. Все. Закладываем. Ух, как же там это раскочегарился огонь. Это мы чай такой делаем. Чай-компот сделаем. Ух ты! Дим, осторожнее, у тебя айфон лежит прямо на краю. Айфон? Да. Прям возле огня. Магия. А, это не айфон, господи. Вот он, да, точно. Так, это... Ну, топленое масло мы используем в хи. Топленое коровье масло из коровьего молока, сливочного масла. Мы его разогрели, закинули в костер, как говорится, в котел, это в казан. Оно разогрелось, и нам надо добавить туда специи. Горячее масло, оно растворенный отжиг, энергия в нем, ну, разнесет, как говорится, всю силу специй между собой, поделит и новое раскроет, как говорится, откроет. Маслом уже закинули. Отойди, все, сейчас опасно. Это куркума. Базилик я закинул, это куркума. Еще одна вещь, которую надо подумать, чтобы светильник был рядом нормальный. Я чуть-чуть имбиря. Так, Галя, обещанная горячая вода нужна. Скоро. Так, сюда высыпали гречку. Да, без воды. Да. Еще добавим масло, потому что я добавил достаточно большее количество гречки. Но хуже не будет. Гречка – это не зерно, гречка – это не бобы, гречка – это цветы. Ну да, по большому счету это значит, цветы. Горячее масло разогрело специи. Вот, видишь, тоже надо думать об этом. И разносит оно вот это все, всю энергию в крупу, в гречку разносит, заносит. Мы сейчас разогреваем, предварительно мы гречку замачивали. Вообще так все рекомендуют. Мы ее промыли, конечно, замочили, она у нас постояла. То есть сейчас та чистая вода родниковая, которую мы замачивали, эту гречку, она сейчас внутри начнет закипать, и сама, собственно, гречка варится. Ты мне снайпер, ступи сюда. Ее обжарим, нагреваем ее. Она, ну, идет процесс. Агни, огонь, это стихия. То есть у нас все стихии соединяются сейчас во время приготовления этой пищи. Потом огонь пищеварения также будет внутри нашего тела переваривать ее из пищи. По рецептам знаменитого Уджвалы. У огонька делаем. Вчера посидели здесь, подумали, что надо что-то подобное снимать. А сегодня пришло название так неожиданно. У костерка. Такое сложное. Сложное. Соль мы используем розовую гималайскую. Это соль, понятие соль земли, это как раз таки относится к этой соли. 84 элемента минералов различных содержится в ней, как в комплексах различных, которые в аптеке ты покупаешь, Влад. Представь, вот она, гималайская соль. На глубине шахты 1 километр, глубины добываются пласты. Она очень целебная, лечебная. А соль, которая экстра, которая белая соль, которую вот я сегодня высыпал. Ну это отрава, это отрава, естественно. Там всего 2 элемента, которые она остальные у тебя забирает, выводя с мочой, а эта соль, она наоборот дополняет. Ура! Ух, как она тут забурлила. Вон пришла Злата, помощница, приволокла крышку.
Главное не расхряпать эту самую крышку. Ну вот сюда надо красиво положить. Бурляка нет, все не увидит, к сожалению. Нет. А ближе нет. Почему? Сделай ближе. Вот. Уверенно можно снять. Вот он бурлящий с огоньком. Ее обжаривала, она уже здесь полуготовая. Ей сейчас сильно много не надо выкладывать. В воде стояла, да? Да. Ну, есть, чуть-чуть. Не надо, наверное, воды. Да все вместе, залихватский ут. Залихватский ут. Что-то, по-моему, уже нет такое. Вся перемпия. Так, вот исходники. Вот базилик. И... Да, петрушка будет. Петрушка, да. Значит, уйдет сущность отсюда, улетит сыр. Сущность улетит. Сыр. Белый сыр, сельдерей, и топленое масло и различные специи. Их, кстати, немного, куркума, имбирь, перцы и гималайская соль. Так, окей. Начинаем с масла, разогреваем масло. Так, ну что, это вода еще, да, у нас как, помыли. Все, выжгем. Мы только что приготовили гречку. Она сейчас томится. Сейчас добавим. 3 ложечки масла, топленое масло, масло кухи называется в аюрведе, ведическая традиция. Добавим базилика. Так. Вкусная на большую компанию, поэтому куркуму мы используем где-то ложку столовую, может даже больше. Она хуже не будет, она помогает пищеварению, вытаскивает с организма человека яды, токсины. И делает блюдо просто более вкусным и с отличием. Дима, там что сейчас на этом топленом масле базилик кидали, да? Да, пока базилик, но там можно любую траву, какая у вас есть под рукой. Крапива, допустим, очень хорошо. А здесь нету на Мангышлаке крапивы. Есть у нас. Ну просто, да, там, откуда я приехал сейчас, там крапивы много. Вообще мы просто нарвали крапиву туда, добавили какой-то крупы. Имбирь мы добавляем для остроты, ну хотя это вкус у него кажется острый, но на самом деле это не острый вкус, а сладкий. Это согласно аюрведе, как знаниям аюрведическим. Вот сейчас мы из специй и масла мы вытягиваем все в общую субстанцию. Дима, как химик, да? Рассказывает. Алхимия, да. Алхимия такая. Алхимия вкусного блюда. Чем еще не добавить? Так, водички, по-моему, сейчас надо добавить. Нет, водичку мы вообще не будем добавлять сейчас. Так, это что, перец? Да? Это перец. Перцы. Либо масло чуть-чуть добавить, потому что надо подгорать начинает. Сейчас. Масло, да, вот что считаю. Да, потому что, ну, чуть-чуть подгорает. Хорошо. Ну вот смотри. Наберем. Мне Павел помогает. Берем, закидываем. Сельдерей. Это уже 60-й котел. Выглядит аппетитно. Я поэтому заговариваюсь. Сельдерей. Я шучу. Нечто подобное мы готовили во Вьетнаме. Да. Говорю так, как будто там воевали. Вот. Ну правильно, вы ждянки выгоняли. Да, да. Так вот мы готовили, мы их называли сопливчики. Это любимое блюдо было просто как закусон к любой еде. Это закусон. Они такие, знаешь, как кабачки, но такие тянутся так. Вообще это на языке называется, на настоящем, это бами. Они бами? Да, и бами. Даже и замороженные есть даже маринованные. Кто-то из наших посадил здесь, они уже растут. А, Серега посадил. Так что можно у себя его выращивать. Но вкуснятина неимоверная. Да, надо. Да. Самое главное, чтобы не сожгли ничего, понимаешь? То есть, когда мы последний раз здесь готовили что-то на огне? Вспомни, да? Бог знает, когда. На это сельдерей. Сельдерей один из старейших овощей. Да, возможно. Так, это что? Сляшки. Мы добавили белые сорта сыра, адыгейский. Девочки, панир, можно? Панир называется. А что ты потише? Они играют. Так и будет. Перебивают чуть-чуть. А у них своя волна. У нас своя. Фу! Я весь в дыму, как хорошо. Это было большие собаки. Добавляем еще. Ну это попробовать сыр, да, моцареллу. Так, зелень добавляем, да? Просто зелень, да я добавлю, потому что дело близится к завершению.
Пускай она тоже зелень сейчас даст. Там петрушка какая у вас есть, укропчик. Принесите. Есть укропчик у вас? Укропа валом. Столько идти урвать. Немного укропа принеси, если есть, дерните, а? Свеженько, вообще будет здорово. Да. Абрикосики, ничего себе. Приехал Олежка, привез. Да, привез абрикосики домашние, вот они. Это моя рука, большая, кстати. Ну да, у тебя... Абрикосики. Спичный коробок есть у кого-нибудь? Ну, это большие абрикосы, это реально хорошие. А, айфон, сейчас же модно, айфон. Да, давай заценим. Ну, у тебя он большой, у тебя включен, у тебя кстати iPhone. Говоря, Дим. Короче говоря, понаготовили кучу блюд, принесли их домой. И сейчас будем пробовать. Кто голодный? Здесь какая вещь? Подходите. Влага. Так, ну вот, блюдо у Павла. Такое интересно. Не его компонованное. Сейчас еще так. Опс, украсил. Ништяк. Так, Паш, еще раз покажу. Так, вот так. Выбор чемпиона. Влад, давай этот. Да, потом, давай, давай, давай. Ты потом поешь то блюдо, которое ты себе заранее начал делать. Ну, когда плов, то да, да. А здесь гречка. Ну, как-то насчет гречки я забыл, что я ее люблю такую. Галя напомнила. Я не стал спорить. Она мне взяла. Бумс. Да нет, ну Галя молодец. Просто вот в этом вот вкусе вываривается с маслом. Это мне? Да. Вы ранее ест? Ну, пока нет. Так, ладно, короче, все довольные положили и уже едят. Я тоже поесть хочу. Единственное, что сегодня не готовили специально, это Маш. Маш купили. Маш купили, ну и сыграли. Остальное приготовили.